Хотели скромно, но не вышло. Общероссийский народный фронт заинтересовался краснодарской судьей, которая потратила на свадьбу дочери 2 миллиона долларов. Сама судья сообщила, откуда у нее взялась такая огромная сумма. По словам Елены Хахалевой, судьи Краснодарского краевого суда, роскошное торжество оплатил ее муж. Он бизнесмен и все расходы по свадьбе дочери взял на себя. При этом Хахалева уверяет, что сумма в 2 миллиона долларов взята с потолка. Бентли молодым никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей. Свадьба дочки краснодарской судьи надела много шума. По информации паблика Мэш, банкет на 350 гостей обошелся в 3,5 миллиона рублей. Украшение зала цветами в 2. Праздник вел Николай Басков и стоил 40 тысяч евро. Для молодых пели Вера Брежнева и Валерий Меладзе, оба за 75 тысяч евро. И Иосиф Кобзон. Правда, он друг семьи, поэтому его выступление оказалось бесплатным. Сама судья, согласно имущественной декларации за 2016 год, заработала 2 миллиона 641 тысячи. Тысячу рублей, то есть примерно по 220 тысяч в месяц.